На курсе логотерапии предусмотрены две формы обучения – очная и дистанционная. Очная подразумевает присутствие слушателей во время лекции в аудитории, заочная подразумевает возможность присутствия на лекциях в очном режиме, но находясь на своей территории, то есть за своим компьютером. Также слушатели дистанционной формы обучения имеют возможность просмотреть в записи, если у них нет возможности присутствовать в момент проведения занятий и задавать вопросы посредством чатовой формы. Это может быть связано с временными поясами, с другими государствами, и тогда они могут посмотреть занятия в записи.